Здравствуйте, в эфире телекомпания «Город». Вы смотрите информационную программу «Время говорить» главной темой этого понедельника. Погода – новость номер один. Рязанские власти воюют со снегом, а синоптики дают неутешительные прогнозы. Без воды в селе Воршево, по сообщениям наших зрителей, за чужие долги отключили воду. Наркопритоны, как явление современности, еще одну точку невозврата закрыли рязанские наркополицейские. А теперь обо всем подробнее. Директор гидромедцентра всей Руси Великой Роман Вильфанд сообщил, что ждет жителей российского центра в последнюю неделю марта. Это 20-градусный мороз ночью и около минус 10 днем. Он сказал столичным журналистам, этот март – суперзимний месяц. Мы часто говорим, что погода отстает, а здесь даже не с чем ассоциировать. Конец цитаты. Ну а на Украине сегодняшний день вообще объявили выходным. Снег победил всю технику 21 века. В России такую погоду фиксировали только единожды, полвека назад. Тогда март был холоднее февраля. Про снежные атаки того времени особых сведений нет. О том, как намерены бороться со снегом в Рязани, в первом материале программы, который подготовила Элеонора Миенкова. В апреле снега не будет. Еще пару месяцев назад эту фразу сочли бы глупой шуткой. Сегодня мы ждем ее на полном серьезе, а городские власти пытаются предотвратить последствия. Наша цель – снег убрать из города, потому что снег – это беда для дорог. Если мы наберем снег в округе, потому что скоро будет таять интенсивно, мы так будем дороги. Просто нужно выходить буквально в смысле слова. 150 единиц снегоуборочной техники в работе и 4000 кубометров снега на вывоз. Это результаты ночных боев со снегопадом в Рязани. Пригородные автобусы не выходят на рейсы, городской транспорт в пробках, а коммунальные службы самоотверженно бьются со стихией. Четвертый месяц зимы как бонус от природы нам в подарок. 26 марта территория Рязанской области окажется в тыловой части уходящего на северо-восток циклона. Поэтому интенсивность осадков уже будет уменьшаться. Пройдет небольшой снег, лишь в отдельных районах умеренный, со слабой метелью. Температура воздуха составит в ночные часы минус 10, минус 15 градусов, дневные минус 3, минус 8. При этом в городской администрации уверены. Я уверен, что в течение суток-полторы мы справимся с последствиями аномального снегопада. Не вся беда на Руси от снега. Есть еще начальство, которое мы сами же подчас и выбираем. Есть принцип работы этого самого начальства, основанный на едином, базовом принципе. Народ не помрет, потерпит. К нам в редакцию пришла Елена Барыкова и рассказала грустную историю отдельно взятого рязанского села 21 века. Называется оно Воршево, это Путятинский район. Тот, кто следит за рязанскими новостями, вспомнит, что именно Воршево год назад стало центром трагедии, в результате которой погиб трехмесячный малыш. Скорая помощь к ребенку, у которого было воспаление легких, тогда просто не приехала. Теперь новая напасть. Отключили сельчанам воду. Так что Елена Барыкова, у которой в селе живут родители, стала своего рода ходоком по сельским бедам. Пока вся область борется с аномальной погодой, в селе Воршево Путятинского района свои бедствия никак не связаны со стихией. Елена, расскажите, что случилось? У нас неделю назад отключили воду, якобы за неуплату долгов. Отключили свет от водонапорной башни, то есть вода на село не подается. Мы сегодня звонили главе администрации, нам сказали, что это продлится еще не меньше, чем неделю. И на вопрос, где же брать воду, нам посоветовали топить и этой водой мыть посуду и пользоваться. Помимо этого, того, что нас занесло еще снегом, мы ездили сегодня за 6 километров в районный центр за водой, себе и в соседям, которые, то есть старики не в состоянии принести себе воды. И мы просим, я не знаю, может быть, администрацию Рязанской области, чтобы все-таки включили воду на село, потому что в соседних селах такой же долг, может быть, даже больше. Почему страдает именно эта деревня, непонятно. Сегодня Елена Барыкова подтвердила, что воды в Воршево как не было, так и нет. А в телефонном разговоре представитель местной власти посоветовал сельчанам набрать снежку ведерком, растопить в тепле, да и пить эту водичку, а другая будет не скоро. Елене удалось сделать аудиозапись этого замечательного разговора с чиновником, так что если качество записи будет, ну, хотя бы сносным, завтра послушаем начальственные откровения вместе со всеми вами, дорогие зрители.
Теперь к другим темам. В Рязанской области завершается очередная антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». Народ, разумеется, сообщает, потому что какая жизнь может быть, если в соседней квартире, ставшей притоном, бесчинствуют наркоманы. Причем прикрыть точку раз и навсегда – это не грязное пятно с рубашки отстирать. Нехорошая квартира вновь и вновь может становиться вертепом. Это отнюдь не секрет и не новость. На днях рязанские наркополицейские в очередной раз прикрыли одну из таких многоразовых точек. «Сообщи, где торгуют смертью». Название этой антинаркотической акции сегодня на слуху практически каждого рязанца. Немало звонков поступает на телефон доверия Управления госнаркоконтроля, в основном с просьбой успокоить разбушевавшихся соседей. Вот и в этот раз сотрудники УФСКН, оперативно отреагировав на звонок обеспокоенных горожан, пресекли деятельность очередного наркопритона. Организатором его является 26-летний житель Рязани, хорошо известный сотрудникам правоохранительных органов. Он уже отбывал заключение за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Летом прошлого года вернулся из колонии и, собственно, приступил к прежнему занятию. Данный гражданин собирал в своем жилище на улице Вокзальной лиц, потребляющих дезоморфин и другие наркотики. В жилище были найдены следы изготовления дезоморфина, приспособления, предназначенные для этого. По внешним признакам все находившиеся там пребывали в состоянии наркотического опьянения. Самое ужасное в этой истории то, что завсегдатаями дома притона являются молодой человек, уже лишившийся ноги из-за постоянных уколов дезоморфина, и его гражданская жена 22 лет, которая находится на последнем месяце беременности. На вопрос, почему она колется, девушка пояснила, что в период беременности старается это делать как можно реже. Вот. Ну, известно, что к наркотикам она пристрастилась еще в несовершеннолетнем возрасте. В настоящее время в отношении хозяина квартиры возбуждено очередное уголовное дело. Еще два уголовных дела уже находятся в суде на рассмотрении. Вот. По настоящему уголовному делу ему грозит до 4 лет лишения свободы. Жуткая картина. Что это? Пропащее поколение? Воспитание? Социальная неосведомленность? Все это лишь отговорки и прикрытие полного отсутствия ума некоторых товарищей. Не хочется думать, что это часть почти официального бизнеса, приносящего колоссальные доходы вполне официальным и внешне респектабельным людям, занимающим высокие кресла. Недавно руководитель фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман дал интервью на тему, почему наркотики распространяются все шире и только ли в большом спросе тут дело. По мнению известного наркоборца, причину стоит искать глубже и, что называется, выше, а именно в кабинетах власти и офисах крупных бизнесменов. Тут же ответ на вопрос о том, почему так нерасторопно в России принимаются антинаркотические законы, хотя говорим мы о борьбе с дурью едва ли не больше всех. Тяжко-притяжко проходил инстанции закон о рецептурном отпуске кодеиносодержащих. Теперь с невероятным скрипом государственная телега пытается переехать торговлю всякими разными смесями, солями, веселящими газами и прочее, прочее, прочее. Власть дала возможность фармацевтическим компаниям сделать сумасшедшие деньги и подсадить на крокодил там половину молодежи страны, особенно в депрессивных регионах. Погибло огромное количество народа. Это же не просто так. Это кровью сердца написано. Это мы пытались здесь сопротивляться как могли. Можно спорить с Ройзманом, можно и не соглашаться, но более убедительных аргументов слышать, к сожалению, не приходилось. Теперь вкратце об очередном рязанском скандале, который сейчас на стадии активного развития. Стало известно, что в отношении директора туристической фирмы «Робинзон» Алексея Епифанова возбуждено 45 уголовных дел по статье «Мошенничество». По версии следствия, руководитель «Робинзона» Епифанов в 2012 году получил от клиентов оплату за турпутевки, однако по вине руководства агентства граждане к месту отдыха отправлены не были, а потраченные ими деньги до настоящего времени не возвращены. То есть, как в народе говорят, судя по всему, помыли деньги. Денежки там. Особую пикантность делу придает то, что Епифанов был высокопоставленным областным чиновником, работал как раз в сфере развития туризма. И вот 45 уголовных дел с размахом, что и говорить. Так что этому скандалу еще предстоит как следует разгореться. Обо всем, чему еще предстоит произойти, расскажем завтра, как обычно, в программе «Время говорить». Всем удачной трудовой недели и до встречи.